Всем привет! В эфире Инстаньюз. Дайджест интереснейших публикаций казахстанских селебрити в Инстаграм. В этом выпуске Джах Халиб, Асель Садвакасова и Камшат Джолдыбаева. Джах Халиб дарит 10 билетов на свой масштабный концерт, который пройдет в Алматы. Все, что нужно сделать, это зайти к мастеру речитатива в Инстаграм, сделать репост и ждать до 20 августа. Победители определятся в случайном порядке, так что желаем вам удачи! А вот Асель Садвакасова, судя по всему, хочет изменить что-нибудь в своей жизни. Имидж, например. Вот и решила поинтересоваться у подписчиков, стоит ли ей идти на кардинальные меры или ограничиться чем-нибудь более спокойным. В любом случае, свои советы можете высказать у продюсера в комментариях. Лично мы думаем, что менять ей вовсе ничего не стоит. Какая красивая пара, даже глаз не отвести, не правда ли? Камшат Джолдыбаева и Диас Абылаев, как выяснилось, очень мило смотрятся вместе. Причем как будто специально Камшат снабдила фото очень говорящей подписью. Любовь, как говорится, витает в воздухе. Вы тоже ее чувствуете? То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня является частью реальности. Инженерный прорыв в создании нового Galaxy S8 и S8 Plus этому реальное подтверждение. Потрясающая передача цвета благодаря Infinity дисплею и полное погружение в безграничность. Приобретайте во всех магазинах техники страны. Чем еще удивят нас отечественные звезды, узнаем в следующем выпуске. Пусть ваш день будет удачным!